От деревянных перегородок не осталось и следа. Дорожных рабочих, которые так привычны взгляду рязанскому водителю, теперь тоже нет. Движение по мосту через Аку открыто. Кажется, таким свободным движение по мосту через Аку не было уже давно. Сейчас открыто по две полосы в каждом направлении. Теперь водителям при планировании своего маршрута не нужно учитывать часовую пробку через Солочинский мост. И хоть для автомобилей дорога стала свободной, качеством ремонта довольны не все водители. Напомним, что при реставрации моста через Аку применили новое полимерное покрытие. По сообщению СМИ, при работе на одной половине ремонтные бригады не учли того, что бетонное основание неровное. Правда, этот изъян обещали подкорректировать на второй половине моста. Как раз именно неровность покрытия и стала основной претензией автолюбителей. Получилось проехать через новый отремонтированный мост через Аку? Да, получилось. Ну и как качество ремонта, как мост? Ну, оставляет желать лучшего, на мой взгляд. А почему? Ну, ровность дороги. Ну, радует то, что открыли, а так не очень. А вот почему не очень? Ну, потому что все волнами едешь, и как по холодильной доске стирали. Неаккуратно. Ну, я бы не сказал, что так гладко, а так нормально. По сравнению, как раньше, то лучше, но так что-то там были какие-то неровности по правой стороне, если в Солочи ехать, как-то это, что-то, может, некачественно, чуть положили или, может, доделают, не знаю. Ремонт моста через Аку начался 13 июня и продолжился 4 месяца. Успели закончить раньше планируемого срока – до 1 ноября. Теперь движение по мосту свободно. Однако, по словам водителей, не так уж все и ровно. Будут ли исправлять эти недочеты – неизвестно. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».